Григория Рейхтмана, которая называется «Сумерки стихов». Но в качестве эпиграфа я прочитаю свое стихотворение. Под ногами белым пухом ковер. На лету замерзают слова. В колючих искрах растаял костер. Знаю точно, это пришла зима. Три голоса поют один мотив. Переплетаясь, снежный ткут узор. Второй и третий, вихрем первый голос закружив, свой дивный продолжают разговор. Мелодия уже едва слышна, та музыка, которую поешь. Что хочет, то зимою делает она, снежинки превращая в теплый дождь. Сумерки стихов пахнут клейкою елью, новогодней нежной твоей канителью. Мягкая зима, мятная зима, Новый год. Кончился, как фильм, этот длительный месяц. В хороводе призрачном плавятся свечи, и не катает лед, и лунный язык лижет небосвод. Мы сидим и пьем из бокалов снежинки, в сумерках дворов злеют звонкие льдинки. А у нас тепло, скоро к нам придет Дед Мороз. И асфальт покрыт снегом мокрым и рыхлым, музыка мелькнет, пронесется и стихнет